Крис Гребенштейн – один из ключевых современнейших авторов «Побег из библиотеки мистера Лимончелло». Что это? Это библиотечный квест. 12 детей оказываются запертыми на сутки в библиотеке, новые, оборудованные по последнему слову технику. Но заметьте, что эти дети, которые никогда ни разу в жизни своей не были в библиотеке, потому что в городе не было ее, 12 лет назад помещение библиотеки занял банк. И вот миллионер, который родом из этого города, построил библиотеку и хочет, чтобы дети читали хорошие книги. И они должны пройти этот квест, используя всевозможные подсказки, которые появляются ниоткуда, из каких-то каталожных карточек, из каких-то отсылок, и из шифров, которые нужно сформировать, беря первые буквы из каких-то названий книг. И вот за эти 24 часа происходит их душевное преображение, потому что выявляются черты характера, способность к дружбе. Они понимают, что такое предательство, что такое воля к победе. Вот. И плюс они читают, много узнают интересного о литературе и понимают, что читать надо, читать много. Прекраснейший приключенческий роман для детей среднего школьного возраста, начиная от 10 лет. Наслаждайтесь.